Руку в ногу со стороны. Не директно подальше. Все куком. Внутрь. И одма внутрь. Одма внутрь. Ударится тут. Податле руку мало повучи внутрь испод. Дальше внутрь у тела. Тело седи на ноги. Седи на ноги. И внутрь. Тело право. Zašto je važno ne podići ruku? Kad si daleko od tela, ako je lakat daleko od tela, jesli lokat daleko od tela, tehnika je slaba. Tehnika slaba je. Nešto je blizu tela. Sve što bliže, sobrano. Blizu tela to je jako. To je jest moćne tijelo. Ista stvar je ovdje. Jordan, ako digne ruku visoko, proći će. Пока вы будете размахиваться, вам попадут. Оздола, лакать я ту. Успехника. Успело. Тус. Ну а работа всем телом. Всем телом. И одну руку вверх. И мгновенно шаг вперед. И овде су великие могучности. Большие возможности. Одну могучность я лако то блокирован. С другой стороны, ключ не има много. Исто тако лако блокирам ногу. Он имеет возможности блокировки ног. Я имам едну могучность. Довольно. На телу. Увек седите на ноги. Вы сидите на ноге. Всем своим телом. Знаешь, что это важно? Почему это очень важно? Ако его центр оса. Ако кость тем... подходит, смотрите. Ако сам нагнут наперед. Если вы наклонились, ось поломанная, таз отключен, не имеет возможности не работает. Нет возможности ротации всей. Перцепция велика. Олако. Олако. Мало. Так вы смотрите, имеете возможность экрана всего. Поле зрения. А так вы имеете, наклонились, поле зрения уменьшается. Друго, контрапокет, контрапокет удавлен. Едан. Тут. Довольно мало гунути. Ово е мало. Оп. Довольно е да филючки ноде на страну. Ако велик покет разуме, он то јако добро разуме. Одма цуки у главу. Пока ви размахвате с большим размахом, овде, оп, одме у главу. Уже удар в голову иде. То е касно, онда мора с ове стране. Оп, испод. Ovdje je dovoljno. Veli pokret. To je onda dodatno. Jedan plus. Plus, plus. To nije dobro. Ovdje je podig. Ja zbog i... Dovoljno se stane. Tu. Unutra, odmah. Odmah odavde tijelo. Op. Unutra. I druga... Ja rabote tijelom. Короткие взмахи, сжатые. Работа не одними руками, что не дает мощи. А работа телом. Всем оно сбивает. У фудокан, старичного каратэ,
Ака, рука устыла. Удыхание традиционном карате. Устыла. Тело, не рука работает, а работает тело. Удавде? Тело. Тело, рука, это одна рука. Окей? Это первое правило. Второе правило. Второе правило. Ударец идет из ноги, которая назад. Идет удар из ноги, которая сзади. Нога, которая назад. Она, как федер. То есть сжатие-разжатие. Идея как федер. Пружина. Удея. Энергия. Вуп. Энергия сжали, энергия пошла. Оп. То тут удар. Это просто удар. Друго, на краю. Снэп. Рука полностью право. Право. На краю снэп. Снэп. В конце, третье правило. В конце ротация. Ништа. Ротация. Ротация. Окей? Ништа. Ништа. Общо, без самого брызга покрыта. Ротация. Она расслабленная. Расслабленная. В конце ротация кимы. Ротация. Оп. Добре. Пилюши, сколько имаш килограмма? 90. Не треба стегнуть руку. Не надо сжимать. Задеть руку. На право место. О, много крепко. Овде нет крепко. Овде физически нема крепко. Ту ударить снизу. Поэтому думать не в то место, которое крепкое, Тело. А в то место, которое ротация. Не крепкое. А, и крепость. Контрротация. Ротация, контрротация. Это уже техника. Окей? Вам-пап. Ротация, контрротация. Вам внутрь, не бойся. Ротация. Ротация не добро. То есть одна. Если только одной ротации. Ротация. Это не хорошо. Контрротация. Ротация, контрротация. Ротация. Ротация. То нет. Это только первая фаза. Тренуток контакта. Контрротация. В момент контакта. Контрротация. Пошли. Гидан барай. Ротация. Это А фаза. Ротация, контрротация. Это Б фаза. Агеуке. Ротация, контрротация. Окей? Сотоуке. Ротация. И контрротация. О, оп. То есть довольно. Не бум по руке, то нет. Контра, оп. Сейчас довольно просто внутрь. Ротация, контра. То есть довольно. Окей? Уракен исто. Ротация. Ротация и контрротация. Два пута яче. Та, та, та. Окей? Два накладывающихся друг на друга момента усиливают одну силу. Сада. Зенкуцу погледало. Леви десни. Гьякузуки джодан филюшки. Гьякузуки джодан. Окей. Рука из камеры. Гурнуйми. Гурне. Гурне. Сада филюшки назад. Гьякузуки. Не, назад. Нога назад. Гьякузуки. Гидан барай. И еще один путь. Филюшки с камаем. Джудан цуки. Блок. Окей? Гьякузуки. Понову. И гьякузуки внутрь. Окей? На правом. Но. Погодите, ово не покет. Сам покет овако. Не сам удар. Ово је рука назад. Ово је рука назад. И возвращение назад. Тело. Тело. Тело идет вниз. И тело сделали удар. Аккуратно овако. Если вы ахуетесь туда. Обойцем ему еднакие шансы. У вас есть один, максимально один шанс. Овде я имам шансу. Саму я. Попьете одавле, телом. Оп. Когда же делается правильная Истинка технология, внутрь. То шанс имеет только уке, которая защищается. Истинная ствар я овде. Ротация. Тело назад. Ротация. Тело пошло.
Тело се не ротира лако. Вуп. Само. Если же без контрротации, то тело и энергия полетела в ту сторону, куда вы его и завернули. Кратко назад. Вот, мирно. Опять и мой шанс дали. Мирно, кратко, внутрь. И чуть-чуть назад. Не надо отсюда и возвращать опять назад. Исто овде. Сотуке. Я туда ремонтный дам, да видите. Сотуке. Мирно. Он ротация и чуть-чуть. Дисбаланс, дисбаланс, дисбаланс. То есть моя шанса, него дисбаланс, дисбаланс. Кьо, мы нарушаем его. Кьо. То есть мы нарушили его. Кьо. Мы нарушили, мы создали дисбаланс его. Физический кьо. Okay. Вот это физический кьо. Не ментальный, не физиологический. Ове ментальный кьо. Огано мене поштует, респектует. Когда он сейчас испугался, это ментальный кьо, мы нарушили его ментальное состояние. Али, едно и друго, тело подпуно равно, вертикально, и на нозе чвысто, чвысто. Очень твердо стоять на ноге, чвысто. Никаких отрывов ног. Опять мирно. Понижение хары, упирание. Идея е, отдапинять стрелу. Идея. Мицуру. Когда вы стреляете из стрелы. Мицуру. Первое. Натяжение. Это мицуру. 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 Сада стрела. А теперь стреляем. Ханаре. Ханаре пошло. Okay. Идея исто. Мицуру. Мицуру. Натянули лук. Так. Ханаре. Па. Удар. Любой контрудар. Любой частью тела. Ханаре. Посылка. Упамтите. Саде велика разлика между вас. Велика разлика. Шеф видит большую разницу между друг другами. Ну, понятно. Белый, синий, коричневый черт. Али еног дана ће то бити врло мале разлике. Но... Да је огано мало нагнут напред. Ово је довольно. Нагнут напред. Погледайте сада, ако је нагнут напред. Огано се стоји овако. Если он нагнулся вперед... Погледайте сада, како огано да иде доле. Посмотрите, как легко блокируется его движение. Доле. И он уже, если цуки делается, с наклоненным исправи телом себя. Вперед. Саде сувише ногу назад. Если он наклонился вот так, я... вы блок ставите не сюда, а туда. Ты тем самым нарушая право. Его кю. Окей. И чвысто. Если он поедет, поставил правильно, база, твердый. Все. Вы делаете ротацию ног. Вы делаете ротацию ног. Зашто сам вам дао ово? Ово је много лакше овако радити. Ово је много лакше. И тогда намного легче делать лакше. Не вниз, не вверх, что невозможно сделать. Ово је много теже. А в сторону. Ово је много теже. Ротаци, оп, внутра. Лако огано сада. Лије. Сами прстом. Уракен. Окей? Уракен. Уракен. Ротација и контратација. Дружаке, мы не врачаем руку. Не щелкание рукой. То есть контрротация. Не да бисте сами врадили руку. Поймите, не. Это не возвращение руки. А это ово... контрротация ово... тела. То есть само брзина. Брзина. Не. Ово е контрротация. Рука се врати. И контрротация. Оп. И врати се натой. И возвращение к мае. Погледайте добро, где се рука врача. Одавде. Оп. Контра. Увек права линия. Ту. Вы ротировались наружу и вернулись в физиологическое положение. Сади лако. Я вам не перевожу вылез. Окей. Что ćemo да радимо? Что сделаем? Уракен, уракен. Окей? Но, сама я. Як зубы. Окей. Уракен, целым телом. Первое, мало карикируем. Уракен, всем телом. Мало карикируем, центр. Okay. Сада искорак. Ту уракен, горе. Озгора. Уракен, уракен. Уракен. Еще один пута. Уракен. Гякузуки, прей него что кене гякузуки. Ну? Ту. Сада. Уракен. И назад. Taj pokret, nazad ide odmah ruka gore, odmah zgora, direktno
мозговора. Тело поново. Пад на тело. Если тут уракин шел снизу, okay. Вверх уракин, то тут Након тога, сверху. Назад, кибадачи и уракин доле. Исто тело. Уход okay. Назад и уракин. Три уракина, окей? Okay? Шта радимо? Оп, назад. Тело доле. Назад, ротация. Становите в хибадачи. Okay. Идет. Первый путь е ротация. Ротация. Другой путь е пендулум. Банг, банг, пендулум. Ротация. Третий путь е. И третий путь ротация. Это okay. Все виды винта. Нормально, вы то не ćete у кумитеу да радите, али ćete покушати да полако то у главу. Для нормальности в кумите это не надо делать и не делать. Довольно у кумите, урадите ово, довольно. Чо, довольно. То довольно. Это для кумите сейчас. И сада, господи. То довольно. Достаточно для кумите. Али е принцип, принцип. Но принцип поражения традиционного карате на уничтожение. Не исто ово, или ово, или ово. Так, так, поняли? Так. Три принципа. Первый принцип используется в спорте. Стоп и больше нельзя. Это не ватерлоу. Это сейчас она говорит, это не мое шифр. То кутузол. То ваше. Ватерлоу. Да. Да. Не ватерлоу. Да. Кутузол. Не ватерлоу. Мы не супермены и любой кутузол. Контакт. Ово. Раз, два, удвора. Дальше. Это спорт. Okay. Хотя он, видите, конкретный. И сада. Сада тело. Вся идея, которая вкладывается в традиционное боевое искусство. Тело. Опять же, винт. Погодите. Ово. Ово. И ово. Не исто. А не одно и то же. Окей? Okay? Не исто. Ово не исто. Ово и... Ово и унутра. То не исто. То не... Окей? Уракен. А вот пробуем. Назад. Где у руку? Не где, где у тебя? Не у руку, не у руку. Тело. А кого где у руку закасничишь? Samo te, još jedan. To dobro. Direktno sada, tu. Ozgora. Tu. Tu te. I nazad. A tu ide udarac s one strane. Lop. Ti on razume. Hvataj moj gag. Веда у руку. Он е шампион. Посмотри. Ого. Надо. Положение его руки. Вот он стоит. Видите, добро. Посмотрите. При нанесении его удара рука пошла сюда. И это меня слушает. Я. Шеф. Добро гледан. Он хорошо смотрит на него, на противника. Маленчик, то рука. Ага. Фантастичный шанс. Шанс фантастический для него, чтобы его убить. Не убить. Ой, забить. Ого, автоматически ротирует тело. Автоматически ротирует тело. Это физиология человека. Одма то и одма внутрь идем. Одма. Одма внутрь, одма внутрь. И он идет круг. И он вращается, вращается. Айки принцип. Принцип айки. Когда же он стал? И сжатый, сжатый. Мирно. Идея починю в главе. Я позвоню.
Ok, tu. Mino te. Prvo velika masa gurne. И рука идет наперед. Прво большая масса бросает маленькую массу, которая потом летит вперед. Гурне. Тело право. Пробуй. Я сделаю. Разлика между старым и младым биком. Младый бик. Старый бик. Халло, халло. Он мне халло, халло. Халло, халло. Ты уже столько ног. Ты глядишь. Овде глядишь. Если ты мастер, ты смотришь сюда. То есть центр, ментальный центр. Ту. Ту глядай. Я видишь мои пальцы сюда. Я видишь мои пальцы доле. Ой. Я видишь мои пальцы. Пальцы, это пальцы, пальцы. Глядай. Видишь мои пальцы? Ноги, ноги. Нет. Нема. Негова зона перцепции ту. Ту. Он видит все ту. Просто Йоля видит. Там. С другой стороны, не идиот. С другой стороны, мотри. С другой стороны, идиотов нету в карате, ребята. Нет дураков с другой стороны. Увек думай, не дурако, не дурак. Опасан. Контроль. Он дурак и мертв. Если тот дурак, все. Все. Ми. Расслаблено. Я легкий. Якузуки. Бам. Халло, халло. Не, мино, тело. Только тело. Бым. То и более. То и более. Халло, халло. Халло, халло. Халло, халло. Что важно здесь? Что в этом моменте важно? Мышите. Мышцами собраться. Та энергия. Энергия вы, которая распластана и плавает вокруг всего тела, собирается в комок, и вы ее бросаете вперед. То есть основная идея у традиционного карате. Это основная идея традиционного карате. Сви мышите. И так. Сви мышите. Контракция. Это контракция. Только минутка, когда все мышите стильны. Все мышцы сжали, то есть сжатие, разжатие. Та энергия на одну малую тачку. На одну малую тачку. Энергия. И сжав энергию, вы направляете ее в маленькую точечку. И этот огромный пучок, конечно, точечку должен пробить. Это идея. Садья, дякузуки, ты уракен. Ты уракен. Ты уракен. Лос, лос. Это ментальная прессия. Значит, сейчас вы видите ментальный прессинг. А то вако наставим стичьему до Иркутска. То есть, если так идти. Ребята, мы называем это чувство страха. Не чувство страха, чувство респекта. Оно по-другому, вот если так уже взять. Это ментальный прессинг. Держи руку вако. Фантастичная шанса ту. Если вот вы стоите вот в такой вот позе, ту, кумите. Пробуй уракин сюда, пробуй. И пробики здесь. Там. Пробуй уракин. Пит, оп. Нет. Там ведь более реагирует. Само тебе мало чуть-чуть. Очень хорошо, в очи. Смотри в глаза. Спояшная стимуляция, спояшная стимуляция. Стимуляция. Он. Мирно. Не треба много да... Не, вино, не гледай в мои руки, не гледай в мои руки, гледай тело, тело. Не, в руки смотри, а вид тело. Вид тело. Не то, тело. Как тело реагует, то кнутка реагует. Не смотри на конечности, как реагирует тело. Если не шама, то зовет тело. Body reaction, реакция тела. Смотри на реакцию тела. Окей? Jer ako gleda u ruku, ako gleda moju ruku, samo gleda moju ruku. Tako ruku, ruku stani, tako ruku. Gleda moju ruku. Von ona, ruka, von ona. Oma drugu neće da uhvatiš. Ok? Let's go. Uraken. Op, perfect. I odmah drugi uraken, unutra. Srazu troj uraken. Pa što?
Уйди внутрь. А кто зайдет ногой вперед? Уйди. И сиди сгора, сгора. Раз. Сгора сиди. Сяда. Сверху вниз сиди. Овом руком блокируешь мою руку. Оп, киба дачи назад. Уракен внутрь. Раз. Окей? Тогда ты идешь в уракен. Як звук. Глядите добро. Первый покет. Оп, назад. Изнад. Доле. Цуки него сада. Блоп. Доле. Или овом руком. Оп. Доле. Шеф сейчас там показал, шефом показал сейчас. Блок. Атаку сверху в этот минут он что-то там уклонился и все-таки контратакует в это ребро. Этот уракин переходит в блок. Вы поняли? Нюансы. 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 Сколько пошли нюансов? Блокировался. И внутрь? Ушел назад. Мало, не получилось его ударить. Он вас опять атакует. Движение. Или этим блок. Или этой же рукой. Опять блок. Контрротация. Стоп. Мирно, без того. Сада как мирно. Ну, то есть более. Еще раз. То се види. То есть сад сено сен, принцип. Постоят две реакции сад. Добро гледайте сада. Две реакции. Кад је покет крену, крену. Я препознаем покет, яку зубил. Тог тренутка је уракен. Тај дино сен. Если он припознился, покет је крену. Крене одавде. Я разумем, думам, як звуки, реакция, пат. Окей? То је тај дино сен. Стада, прино што је крено покет, он у глави, идеја, пум, 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 лампице. Тог тренутка, прино што је крено як звуки, як звуки. Такено сен. Два принципа. Когда он не думает, а только реагирует его сигнальные лампочки, которые находятся в голове, то как только началось движение тела, он уже там. Это два разных принципа. Он и так выигрывает, но принципы Погодите. Разные. Ясно. Сейчас я разумею, я. То есть тайджин. Тайджин. То есть уход. Мы запоздали чуть-чуть с нашей реакцией. Тачиносен. Опережение. Тачиносен. Предвидение, предчувствование его. Майгер. Так. Майгери. Такинусен. Такинусен. Окей. Такинусен. На опережение. Кобра. То су два основна принципа. Све је остало исто. Ти замени. Обе руке. Upamtite, u tradicionalnom karakteru. To je osnovna ideja budo. Drugo oko. To nije budo. To je sport. To je ikciden. Ping sport. Okay. Hospital. Jedno oko. Budo ne. Ne može to da bude. Jedna stvarna šansa. 100% telo, energije. Di stoji. Di stoji. Спасибо. В удо нету возможности два раз бить по лицу, зашивать раны опять. Это спорт. Нет. Удо. В удо. Это удар мяча. Голова упала. Я. Истый покер. Он возьмет голову, мете назад голову. Я. Другий путь. Он возьмет голову, мете голову. Он вампир. Голова. Финиш. Пуну глава. То. То есть будо. А не, окей, окей. Разумеете, что че да радим? Овде сада. Сада нечемо великие покрите. Небольшой размах. Как рука стоит? Як звук? Нога. С положения камая, только ротируя таз, сразу ставится блок. А без размаха руки. И сада
Унутра. И вертикально вверх, все тело опускается вниз на тело. То яко болит, да, то, что и клавикула сада истянута, видите? Ну, он сейчас, шеф, подогнул руку, вывернув сустав. Оде. И поэтому даже легкий удар, он болезненный. То яко болит, а доктор, клавикула на поле. И по ключице наносится удар сверху. Не треба яко, треба знати како. Одавде сада кратко, мирно. Мирно, пошел, легко, легко. Як, да, легко, 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 медленно, легко. Медленно. Мирно, пошел, раз. Окей? Тело. Само по клавикуле. Клавикуле, клавикуле. Зашто клавикула? Ключица. Овде су гране флексуса брахиал, тевиталом. Овде... Окей? Окей? Еден прст овде. Над ключицей и под ключицей проходит сосудистый нервный пучок. Ротация. То весь болит, страшно болит. Само ротация. Ясно. Сада мали покрети, али край, край. Мали край. Окей? Okay? Идемо. Гар. Да. Руки. Анда. Пол. Окей? Одма руку. Одма внутрь, горе руку. Горе. Назад. Цуки. Цуки. Блок. Ту. Окей? Okay? Okay? Опасный приятель каратиста. Макевара для каратеиста является наиболее дорогим и наиболее самым опасным приятелем. Ако не знаете с макеварой, то более не можете работать. Если не знаете, как работать с макеварой, никогда не работайте с макеварой. Эксперты за макевару су окинавляны. Эксперты, лучшие эксперты японцы за макевару. Учили от окинавляны. Окинавцы, наилучшие эксперты макевары. Японцы сперли это дело. Донали су карате в Европу, а у нас не су научили, как се ради с макеварой. Принесли макевару в Европу, но не принесли информацию. Классический и вариант наши люди, как что сам я, 30 година у макеверу нон-стоп ударов. И те люди, которые начинали вместе с ним карате, молотили макевару, что есть силы. Тихо. Мало вечий круг гушительца. И зато постои специфична травматология. В результате получается специфическая травма. А не знам да амортизуем макевару, макевара на стоп играм. Онда контра я ударим, макевара контра ударат. Контра ударат се проектуе. Ако е лакат овако,
Косо, као Кьокушинкай, онда је овде проекција. Вы видели проекцию Кьокушина? И контрудар, который нанесла вам Акивара, летит энергия туда. Энергия уходит мимо. В результате здесь головка, лучезапястность. То се зове хроничен карате лакат. Вторая начинается шейное дело. Цервикальная регия. И в результате начинается цервикальная патология. И все се завершава овде. И все заканчивается здесь, в поясничном отделе, дискогенный. Это инвалид. В результате молодой человек, 30-40 годам, полный инвалид. Зато требуете знать, как с мотивом на вежбу. Это дает макивара вам. Первое. Деблина макивара. И дерево. Первое вы должны знать, какое дерево. Слушайте. По звуку. Ово дерево очень хорошо. Это... Бук. Кувана буква. Найболя. Белый ясен. Белый ясен идет только под макивар. Куван. Куван. Вот. Друго. Ястуче. Кад станете мирно, испужите руку. То е максимальна висина ястучите. Каждый человек, индивидуально подойдя к макиваре, подняв руку на уровень плеча... Измеджу пояса и ваши руки испужены, мора ястучите да будет. Измеджу паса, кад станете мирно, макивара е ту. Испужите руку, пояс. Ту мора да буде ястучите. Рабочая зона, да? Тоа е груди. У зенкуцу, это висина моей груди. Когда вы спускаетесь из этого? Не можете да подигнете ястуче горе да ударите. Или доле. Это не запрещено. У висини вашей груди не будет. Друго. Когда ударите, центральная линия и центральная линия ваших тела. Тело. Центральная линия макивары, центральная линия тела человека должны быть едины. То есть совпасть. Центральная линия. Локоть. И колено должны быть одновременно. Не легко. Проблем быть овде. Не можете се плашить макивара. Макивара мора да се вежба. Али морате знати како се вежба с макиварой. Вы не должны бояться макивара. Вы должны знать, как работать с макиварой. А не можете да макивару... Ништа. Она врати све натраг. Макивара не деревяшка, которую можно бить, бить, бить и уйти спокойно. Чути и врача натрак. Тум-пум, тум-пум. Едно дана... Проблем. Оп. Проблем. Проблем. Иначе когда-то наступит день, когда эти все проблемы у вас всплывут. Нормально. Нема проблем. Если вы все знаете, как делать с этим снарядом. Снаряд отдает на вам. На макиваре се вежбаю краткие серии. Не выше от 3 серии. И не выше от 15 ударца. Краткая серия. Краткая серия, не больше 15 ударов. 5 ударных površины. Сейкен. Сейкен. Початники на макиваре правят амортизацию. Амортизацию. Амортизация – ово. Амортизация. Майстори – нормально. Нормально. Мали прстейны и мали. Когда затворяете руку от малого перста, от мизинца, от малого перста, от малого пальца. Ово е яко. Зашто? Зато што, кад мали, то е парадоксално, мали перст, дивергенција импулса. И сви мишићи руке се уклјућу внутра. Погледајте, овако или овако. Ово е мали, ово е више внутра. Пенетира, внутрь. При данном сжатии фокусируется ударный импульс. Когда вы начинаете сжимать это, у вас включается не все мышцы. Фудакан держит одну руку открытой. Утренняя рука идет, и с утренняя прст. Пенетрация. Происходит собирание энергии. Блум, и она собрана вся. Ясно. Будет одна отворена рука, легче блокировать. Легче блокировать. А если ударять, то собираете мизинец. И наносите удар. Okay. Это первая ствар. Сейкен. Обязательно сейкен. Уракен. 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 Шуто. Тейшо. Хайто.
На макиваре немайте само одну ударную повышину. Никогда. Нельзя никогда на макиваре тренировать только одну ударную часть. Я, мой рецепт, сейчас 15 пута, онда уракен. 15 пута, поново сейчас, опять поново 15 ударов. Шуто. 15 пута, опять 15. Поново сейчас, опять 15 сейчас. Хайто. Хайто. 15. Стоп. Прекращение. Увек мешан чело ударной повышины со стороны. Идет формирование кулака и кости со всех сторон. Это карате-песница. А хочет оформить карате-песницу. Увек чело-песница. Ово, ово, ово и ово. А увек то, 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 то. Увек комбинируйте со секеном. Далее. Два начина контакта. Ова е еластична макивара. Это эластическая макивара. О, не макивара у... Традиционно, не у Прохопчинска. В Прохопчинске там брюно. Там у Тенк, Т-34. Там Т-34. Тенк. Макивара там у врати натрав. Ова е добро, што е еластична и опасно. Здесь два пути. Она хорошо, что она эластична, и очень опасна, что она эластична. Почему опасно, что она эластична? Вы не знаете, я можно пресечен контраударец. Я пресечен. Вот он пресек ротацию макивары, вибрацию ее назад. Я пресечен. Пресечен. Он пресек ее. Не овако. То не. Овако поможете макивары. А макивара всегда догонит вас. Ее догоняльная способность выше, чем ваша отдергивание. И автоматически локоть вучите на... Когда вы возвращаете руку, а макивара вас все равно догоняет, локоть получается в такой фазе. Удар фонтан. И первый... Down. Shoot off, guys. Guys. Down, please stay here and here. Let's go. Three. Back, guys. Guys. Back up. Guys. Now move straight.
Jeden baraj. Powolno. Mózgi. Backwood. Empty. Open. Fajto. Go. Enkjaj. Jeden baraj. Go. Madaj. Jeden baraj. Gazgir. Jeden baraj. Let's go. Go. Empty. Open hand. Go. Get on baraj. Let's go. Go. Get on baraj. Great. Get on baraj. Bozgi. Yes. Move. Go. Go. Но тело может быть на... Тело, в принципе, находится прямо. И нормально. Овде важно. Овый момент. Овде. Самый важный момент – положение бедра, ягодицы. И... Вот. Вот. Неправильно. Это что удар отходит. Терпетливо. Проектируется доле и назад. При ударе у Ицуки тело проектируется. Это раз. Сила раз, вот. Возвращается, опять возвращается назад. Друго. Ударяется. Не отключите тело. То есть ойцуки, не кизами. Кизами тело сокене. Не путайте ойцуки с кизами. То не ни вадорю. Вадорю сокене скрозь тело. Вадорю. Это специфика. Вот это специфика вадорю стиля. То есть добро и не добро. Это и хорошо, и плохо. За что не добро? Почему плохо? Первое за то, что тело изменилось. Потому что тело уже ротило. Мало повышения контакта. Маленькая поверхность контакта с поверхностью земли. Лако дисбаланс. Добре, что надо. Между тем, само мало помидор. Далеко засунули руку, но вместе с тем баланса нету. Ова е нормална ширина кукова. И чвърста нога, вело важна нога, не на страну. Обязательно нога, не в сторону, которая ты в сторону. Унутра, седите на ногу. А все внутрь. И пальцы внутрь. Ако е ударец ту, а нога е опенута там, онда пола енергии е там. Енергия там и полетела туда. То су мале ствари, али кад је човек испред вас који зна посао, онда је сваки деталј јако важан. Это маленький нюанс, но знающий человек определит силу. Сад идете напред, притиснете ногу. Прижать, притиснете. Притиснете автоматски повучене тело. Повучене тело. И искорок напред. И седне поново доле. Как притиснули, мгновенно, автоматически тело уходит. Овде је хара, центар. Хара. Сада гурнете хару напред. Хара, вон она стоит. Ви хару. Сада више не може. Пао би на нос. Ток, ток, ток. Тело иде напред. Ние нос, вперед иде. Овде је пейсар. А хара иде вперед. То мало другче изгледа. У ствари постоје два шейдера, федер. Спирала. И гурни. Чим је гурла ногу? Ова прва. Оп! Фу! Нога напред. Сада друга, ова. Гурне. Нога напред. У вас две спирали. Одна спираль, вторая спираль. То није лако. Ој звук је најтеже потите. Ој звук је самое тяжелое. Не мислите то једноставно. Добар ој звук је... Читала студија. Човек лако нос разбити. Но то није сврха карате. То је једна ствар. Друга ствар. Немојте заборавити да наше луде, наше тело, мишићи, нису апсолутно еластични, еластични, пластични. И зато је важно да овај федер брзо, онда има феномен еластичности. Брзо! Сипо! Ако дуго траје, то је већ обрнута тебе. Обратно ефект.
У нас оно пластичное и эластичное насекомое. Не путайте эти две вещи, и когда вы делаете закон эластичности, жал-жал, а если его медленно сдавливаете, оно переходит не в эластичность, а в пластичность. Вам будет такой же медленный эффект. Ясно. Друго, покушайте, как стоите, да ваше мышище внутрь контрапутите. Когда вы стоите, ваши мышцы должны идти внутрь, а не наружу. Друго, когда рука идет наперед, когда вы идете вперед, рука не со стороны. Никакие броски локтей. Не со стороны. Не со стороны идет вперед. То есть ярко опасно. Это Лака. Очень опасно для локтя. Сиди, не проблема. Я хочу тебе сказать, потому что ты яко лейко вежбаешь. И некие детали можешь да дотираешь. Ово не добре. А еще меньше лупить руком в свое тело. Ты бьешь рукой по своему телу. То не в реду. Зачем не в реду? Ой, покет є сигнал. Сигнал. Противнику вы подаете кучу всяких сигналов. Сигнал. Сигнал. Understand. А потом только идете его бить. Ой, покет директно. Здесь никаких сигналов. Не може легко да региструє. Нема сигнала. Нету никакого Друго. Сигнала. До края директно. На краю прибачите руку. До ротацію. Самого края локоть виходить. На краю рука ідеальна. Є площина правильно, ідеально є ово. Буде повністю право заходить. І сада одати вгору. А концепт краю ви производите ротацію. Істо, як майстер яде на зиму. Упамтите то. То повечава снагу ефекта. Директно. І сада на краю. Па! Снеп, снеп. Ротація. Раз і в кінці два. Окей? Далі. Шуто істо. Шуто по пуцу. Хара є ту. Покет іде. Не посередині. Добре. Хара на опорній нозі. Тут. Є хара. Лакать. Дві пісниці. Под пука. Локоть прижати. Два кулаки. Не као... Момент. Так и стоит. Моя рука иде о вам. Не ширите. Не ширите. Он не памятен. Так и стоит, не ширите. Одавде исто. Исто. Стави руку. Где? Где є нога? Нога є ту. Ту рука мора да бути. И чвисто. Сад опени као нож. Као нож опени руку. Где сада моя рука иде? Овде не може. Ovdje ne može. Mino, ramena dole. Ramena i kukovi kao jedna kugla. Dole i tur podvuci. I vaše tijelo, vaša ruka, podvonošnik, to sve da znam biti jedine cijele. Tu. Mino se, čvrsto ste. Sad je to mala poluga. Ok? Čvrsto ste. Silno. Čima izdjeli? Okay. Sada spušti ruku ovdje, kako si izašao. Čvrsto stegni sebe. Čvrsto. Ну, давай, киме. Давай. Он держит киме так, как он держал, то есть неправильно. Видите баланс? Спусти ovdje. А теперь опусти чисто. Ниже, сюда. Вот. Все. Потому что вращающиеся спины включаются. Требуйте размышлять, что есть эффективно. Очень хорошо. Биомеханика. Это не проблема данного стиля. Не. И проблема то есть, да ли разумете или не разумете. То есть проблема одна. Проблема одна только. Или вы понимаете биомеханику. Или не понимаете. Или вы ее не понимаете. Рука директно. Директно тут. Тело есть полупрофиль. Идеально 45 степени. Междутим, окейте скроз. Это более. Окейте скроз. Где нога? Тело. И седите. Тело параллельно передней ноге. То есть плоское. Хиба дачи нормально. Хиба дачи вам мале ротации. Нема много. Знаете, хиба дачи важно вибрация. Хиба дачи мале ротации. Ротация хиба дачи отсутствует.
Okay. Она с положением передачи на подняете ногу, па онда. Но зато есть вибрация. Али, овде мора буду вибрации. Исто как компрессор. Вибрация. Али не вибрация због вибрации. Вибрация у покрету. Кад је ударац овде. Не пре тога, не да вибирате. Кога да ме неко 220 волт тури вибирате. Кад је рука. Само 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вибрация в вашем понимании не должна быть вибрация. Вибрация одна два колебания. Колебания. 1, 2. Все, это вибрация закончена. Друго, ако само мало тело избаците на, нема вибрации. Как только тело вы чуть-чуть наклонили, уже вибрации быть не может. Есть только вращение. Тело подпуно право и сада. А когда тело абсолютно ровное и оно сидит на колу, вот тогда и сада имате обрнут покет. Кавица внутрь, а мышечный доле. А мышечный пресс вниз, тай тело. Тай покет. То я и я. Ако ще у кибера ще работите. Если вы хотите в кибера ще работать. Далее, хайто. Подпуно опущены руки, хайто. Полностью расслаблены. Прво ровно пук иде. Расслаблено. Прво иде пук. Первая масса заворачивает вас. Сада поново одавде седнете. Мирно, внутрь. И ротация. Након тога, идете туда и в конце это наиважнија ствар. Вчерашни основог ударца. Прво иде рука ова. На очень наиважнији аспект. Рзуки, контакт дел, базични дел. Контактна чест, которая базична. Прво почиње базични дел. Первое реагирује базисна чест. Ако получам рукой импульс, оно идет много больше. Как только мы получаем импульс, вам включается остальная система. Ово не спортивный карате. В спортивном карате идет прво контактный дел. Напред поем. Овде тога нема. Овде идет рука потпуно право. На кук. На кук. Okay. Прво идет ова страна, базична страна. Базична страна. Прво нју покренете, нју покренете. Прво она. Да, прво ово, оп, и тог трунка иде друга рука. Пробај. Још? Не. Дете, добро. Још један пут. Ово се одмах разуме. Ово се одмах... Чим иде прво контактна страна, то је hello, hello. Јер исто тренутка и... Контактна рука, то есть рука. Лако хватите. Але ако кене прво ово, прво, пробај то. Пробај. И сад, оп, довде, довде, довде. Добре? Сад синхроно на телу. Рука... Рука. Понов, оп, довде. Поново, то и нутра напред. Као да си ухватил нешто, повучеш, ова рука иде вранјаќе. Јер јасно, пробај. Иста ствар. Лактови. Шуто, оке? Okay? Идентично. Ово је базични дел. Ово је контактни дел. Прво иде ово. Okay? Почему я не перевожу? Вам понятно? Да, то я только собью мысль. Основная ствар. Разлика ударца 4 пута. Јаче. Ако крене прво овој дел... Четири момента различија од спортивного удара. Обрнуто. Традиционно удара. У Полској е направен сад овог лета тест. Тест. Оке, аспект спортиста. Боксере Полске, који су добри боксери. Фул контакт полски файтери. Спортски карате и традиционални карате. Снага ударца. Едноставен тест, врло едноставен тест. Сделали тест для вот этих четырех спортивных компонентов в Польше. Ово су екзактне ствари, ово је наука, ово није доктор Йорга, је традиционални карате, па бла, 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 но, но. То ћете добити результате ако вас интересуе, моћете погледати, ви сте паметни, знате да видите шта значи то.
Najlošiji. Znate ko je bio? Najdole, najlošiji. Najlošiji. Najlošiji? Ne najlučiji, obrnuto lučiji. A najhuči. Najhuši. 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 Full contact. Full contact, najхуший результат дал удар силы теста. Зато что он убачит тело, па како стигне тело, закачи тако закачи. Ту нема ничега да би евентуално рачунал да подиже никаква енергија, како ово, не. Па долазе боксери, pardon. Па долази спортски карате. Па врло сличан томе, па долазе боксери, па традиционални карате. Енормне снаги Кристофер, кој е двоструки шампион Европе. У екипи света која освајала, он је имао двоструко већи резултат од фул контакта најбољег. Рецимо, ако се у единицама кретало, 400 единица имаје фул контакт, ово имао 800. То су велике снаге ударци били. Само зато што користе цело тело у малом интервалу временском. Дали ми разумете? Разумемо. Што најбољег. То есть, не в Нидербауэре дело. Взяли просто Нидербауэр, он хороший спортсмен и так далее. Представитель традиционного карате, в частности Нидербауэр, шарабахнул по этому аппарату. Видите, что значит, когда я перво мобилише базу? И сада рука, когда я покинули маску, ово, окрече, ово и ово не исто. Просто бросок руки. И бросок руки после того, когда ушла базисная часть. Друго, не одно и то же. Не нагинитесь напред. Седите. Седите. Не вздумайте при ударе наклоняться вперед. Ова нога гурне назад. Передняя нога как бы идет назад. Как бы идет назад. Гурне. А задняя выбрасывает тело вперед. И вы садитесь. Руки служат само за трансмиссию ударца. Руки служат только для трансмиссии удара. Каратеист ударяет ногами. А каратеист бьет только ногами. То есть тазом. Ногами. Не руками. Рука само служит за трансмиссию энергии. Ногами все ударяют. Зато су яки ударцы. Первая ствар, тут нема тайны, нема энигмы, нема супермена, ничего. Это не тайна. Ближе горе, гура, гура, и седнете, топ. Увек, увек напред. Увек напред, напред. Вы видите, подтягивается задняя нога. Увек. Вот это вот подтягивание задней ноги, это и ура. Есть удар тазом. А исполнитель, суки, ура, ова, лучше. Буче, гурне, буче, гурне, ясно. Базисная часть руки хватает и ударная контактная дверь. Зачем пробовать? Максимально гурнете ногу, максимально. И сейчас, когда вы ухватили, гурнете. Поново максимально внутрь. Окей? Добре. Скинь без никаких моментов. Самогодный дело. Добро ме слушате сега. Ово не е добро. Не, не, овако. Многи од вас. Чини такси. Држи руку овако. Тенице овако. Вот так вот. Пулне радиуса. У овој позиции и овој позиции не е исто. Вот так. Неправильно. Позиция должна кулака. Ако блокирате са рукам, која овако, гедан барај. Когда вы вот так ставите, это блокирующая часть движения. Да, не дайте сломите себе руку. Сами себе чите руку сломите. Ако исправите овако, онда интеросна мембрана, не ли важно, добра е кости прави благ покет овако. То е јако. Когда вы вытянули, кости стали плоские, и вы сами себе ломаете руку. Когда вы скручиваете сюда, кости получаются, вот они получаются роти. Из плоского положения ротированными. То есть они как бы объединяются в одну кость. Другая. Вот. Это одна, один момент. А ты подпуну правая рука. Стегни мышечки. Напрягай мышцы. Максимально. Максимально. Ты максимум.
Припни. Не. Припнися до руку. Потрогай. Не так, легко. Трогай, мацай его. Сада, сами руку. Стегни сада. Ову руку мало ума. Стегни, чисто. Припни сада. Потрогай тебе. Шта је јаче? Сильније. Према томе, не смете руку држати потпуно право. Али не као кьокушинка и савити руку. Вы не должны держать руку. Не абсолютно выпрямленной. Экстремно отвести руку. Не согнутый, как кьокушин. Мало је савите, мало. Jer ako savijete, onda svi mišići ruke učestvuju, svi zajedno, angažiranju. Sve mišice должны učestvovati u udari. Sve mišice, ok, stegni. Sada okreni ruku za uraken. Sada je ista stvar, okreni ruku ovako, polako. Savi ruku. Ok, moćno, silno. Okreni sad ruku. Sada je opet. Isto je to kada držite ruku, samo okrenite malo ruku. Uraken je ovdje, ponovo, uraken. Не испушите руку, него мало савите в обзоре. Онда су сви мишлищи ангажовани. Все мышцы используются в момент исполнения удара. Морате знати, да в једном тренутку сви мишлищи море да буду ангажовани. Онда је то я. Вы должны знать, хорошо, когда все мышцы пошли в удар. Гледайте добро, сави мало руку. Мало, сави, само мало. Чуть-чуть сами руку. Окей. Амортизация овде, амортизация овде, амортизация овде. Зашто је ударац лактом јак? Зато што је једна амортизација аут. Директно. Јасно. Зашто је коко? Зашто је коко јак? Амортизација аут. Јасно? Зато морате знати, мало руку савије, мало. То је доволно. Не скроз право. Рука не должна полностью уходить вперед. То су детали. Выпрямляющиеся. То није важно. Човека можете ударити право овако и нема проблема. Међутим, хочу да знате како да што више. Вы должны знать, что лучше и выше. Просто ударить человека. Можно взять и подойти ударить. Вы должны знать, что наилучшее в традиционном. Что токай стиль. Кулак, вот, линия иде и кулак вот, над мишицей, овде. Ова је линия заедно са надлактицом, иде право. Ова мало савије. Ова линия врха са линијом рамена. Где? Овако. Директно овде рамо. И то је врло незгодно. То је незгодно. Незгодно. Међутим, има време, све ћете ви научити. Али прво морате основне ствари да знате, базичне ствари. После нема проблема да ли ће рука овако, да ли ће овако, то уопште није проблем. Је ли јасно? Ок, ако стоји мир. Стоим мирно, тежиште. Центар проекција је ту. Хара. Ако гурнемо овако, већ се тежиште тела померило напред. Тогда ви сделали хару вперед. И смотри, лапу радио. Тяжести пришел вперед. И вы как бы падаете. Только начало. Ако целим телом назад. Когда же вы наклоняетесь, хара уходит назад. Пол энергии идет там, а пол энергии идет вам. То есть получилось. Раз. А потом два. Вообще это не надо. Тело. Раз. Вперед. И смотри, где набирает. Раз. Вперед. Браво. И окей. Гуните ногу, знаете, максимально. Сейчас получите. Let's go. Вырвали. Сейчас поново гуните руку, знаете. Раз. Тогда сте ухватили. Повуци, оп, повуци тело. Пуп внутрь. Испути руку. Доле, низко, доле, низко, ноги. Сейчас ухвати. Повуци, оп. Ja. Ponovo, dole, op, buzi, uhvaci, u glavi, dumaj, i muh, do. Još, izgo, dole, gure, muh, yes. Ovo je blok.
моя рука вот у меня на глазу. Что будет быстрее, ее дальняя рука, которая стоит здесь, или его рука, которая стоит... I'm not sure. It's a gut to build. Я буду тебе его. Хорош. Да это добро. Я не знаю, как это Что я дальше? Что было быстрее, он или ее гад? Садак, Сана, исправите. Истребляй тело, становись ровно. Саде иста дистанция. А теперь одинаковая дистанция стали. И его, и ее. Кое бежи, Садак, Сана. Кое Сада бежи, Бир. Она или я? Шеф был быстрее, она просто среагировала. Глядя в очи. Говори в глаза. Анна Сада, хочет да. Иде, ну давай. Šta je problem? Problem je, pogledajte ove ruke. Ovo nije jedan kraj, ovo će ući. Ruka sa strane. Ovi mišići na leđima, mišići, elektrotrunci, oni moraju se izvesti. Lakat iza, lakat i ova ruka su zajedno. Noga pravo, sana telo pravo. Šef vystrajavaju sičas, tako kako должно biti pri isplnjenju. Кулак, естественно, вот так. Вот. Его. Знаешь, мой уже внутрь. Гедан барай, не ударить, не учи внутрь. Гедан барай, не удар. Я. Не овак, он не гедан барай. Это не удар. Есть удар, али я вырло сукене у руку, пап, ова рука и готова. Это опять психология. Gledajte dobro što znači fiziologija. Ti mene lupiš s tom rukom, ok? Čekaj, čekaj. Ruka, automatski. To je blok. Blok, dobar blok. Nema šanse s ove strane. Razumeš? Vi poneli, jesli хороший, сильный блок, он отключает ту руку, и она уже не работает. Если блок плохой, это дает... Gurni nogu, sada, gurni kuk, ne lomi nogu, ne sme da lomi nogu, ne sme da lomi. Ti, no, ti jo zgibajš nogu. Polu-luk. A polu-luk, polu-luk. Ne slomiti nogu. Ako ne zgibaj. Ako slomi je nogu ovako, gotovo je, to je sada, nema šanse. Odmah pada na nogu. Stani, stani, stani mirno, stani gore. Stani. Stani. Sada, op. Релакс и он удрец уже. За время фазы релаксации покет идет. Погодите, добро. Стегни. Релакс. Добро. Сразу второй удар. Ну. Да. Только динозаврус. Знаешь, что это динозаврус? Динозаврус. Ты глядишь на него, ты глядишь на него. Вот сюда, вот сюда, Саня, вот. Вот. На меня, на меня, на меня, на меня. Вот сюда. Сады боли. Нет, на меня, смотри. На меня. Хорошо, на меня, смотри. Сюда. Согласите меня. Да не работает. Релакс. Увек релакс. Брзе человек, он, кто контролирует фазу релаксации. Релакс, окей? Наибольшее... И сейчас... Релакс. Окей? Тут треба осетить само вруче. Вруче. Горече. Горече. To je dobro. E sada, normalno. On telo... Tehnika Soji Vaza. Soji Vaza, provokativna tehnika. Soji Vaza, provokacionna tehnika. To je provokacija. Provokacija, a potom kada on už raslavio se, leti второй удар. Dobro gledajte. Sad ćemo probati. To je provokacija. Провокация. Сейчас я полако да вас учим принципами. Соджи ваза. Хаке ваза. Техника. Это все техника. Это не... Прошли, вот. То есть окей. Оп. Тогда, можете добро это? Оп. 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 Не. Оп. Там. Как только человек делает вдох, пошел удар. Ясно. Когда человек сделал тиме, туда бить не надо, там стенка. Напытай так.
Все, все. Идея понятна. Диафрагма тот же техника. Провокация по-разному может быть. Ногой, рукой, блоком, телом, глазами. Тот же техника. Understand? Пробуйте это сада с контролем. Вот так вот, с контролем. С контролем пробуй. Паф. Ты, да. Да-да-да. Хата! Окей? Пробуйте это заедно. Удачно. Окей? А, он же наоборот сделал. Он же сделал... И ты поел. Он тракция, ничего. Отсюда! Окей? Окей? Точно. Окей. Она. Него, куда ты пап? Реакция. Ваша реакция. На его контракцию, чем мы. Ваша реакция идет. Окей? Еще дам. Лагано. Расслабься. Оп. Тот друг реакция. Оп. Реакция. Одна, одна. Оп. Одна, оп. Одна. Оп. Пино. Тут, свободно. Так. Так. Фино. Фино. И сада остани на краю тако. И сада ногу вязку. Пааа. Сиди долу. Фино. То је сада боле. Сада добро гледајте, када његова рука стиже. Његова контракција, реакција. Његова деконтракција, његов ударец у ногу. Сада добро гледајте, његова реакција. Наредна фаза је бинг рука. И онда сигурно иде доле. Пробај још један пута. Лагано, гледајте добро, није то тако једноставно. Контракција, реакција. Окей. Оп, фино. После контракције долази релаксација. Ток рука пинг рука. Ви поняли? После того, када он... Vodite račun, male faze, male. Reakcija. Šta ja hoću? Da na malinku fazu. Hoću da na moju reaguje. On reaguje. Ja, on reaguje. Naredna faza. Ping. Ok? Ok? Gledaj to, kama. Dobro gledaj. Ja, op, reakcija. Ja, reakcija. Noga napred, blok. Ovoj zuki. Аги уке. Ойзуки. Ойзуки. Едан барай. Тейшо. Кибадачи. Ке? Тейшо. Let's go back. Назад. Пада и блок. Ке? Тело назад. Тело оп, блок. Руке усе. Нога напред. Лок. Другой стороны. Аги уке. Озуки. Аги уке. Тейшо. Кибадачи. Долле. Тейшо. Окей. Držите руке ту. Тело назад. Yeah.
движется. Агиуке нога напред. При агиуке движение идет вперед. Овое ниги зенкуцу. Каде нога 45 степени. Зенкуцу дачи. Ханнами зенкуцу. Ханми зенкуцу дачи. То есть добро за блок. Это хорошо при блоках. Али ово не можете напред. Но зато вперед идти невозможно. Иначе сломается ногу держать право, стопало право напред. И не унутра, агиуке испред. Испред вас, ту я ударать. И онда се рука окене. Рука, нога прямо. Не овако. Ровно. Зашто не тако? И ротация. Зашто не тако? Зато што прва оганон. Ос. Джудан цуки, гедан пара, оке? Ако блокирам овако? Если так блокирам? Ово е велика površина. Если вот блокирам? То не добро. Велика površina овде. Большая площадь поражения ваша. Ако я овако. Ово е доволно, рука иде, али моја рука иде автоматски напред. Автоматски рука иде темпи напред. Агиуке. Если вы ходите, вот, площадь поражения. Агиуке, сада. Тут. Нога. Рука соскальзывает по косой вниз. Сада, оп. И рука автоматически идет. Jer nema svrhe, nema bloka. Stop, to je kjo, disbalans. Kjo, disbalans, svaka. Svaka tehnika je kjo. Svaka tehnika ima jaku stranu, slabu stranu. Každaja tehnika ima silnu stranu i slabu stranu. Ja, a tak. Ovo je sada dobro, ali ovde je šanse za njega. Eta хорошая tehnika, no большие šanse для него atakovat vas opet. Ovde нема шанси за него. Когда вы делаете движение, шансов у него нет. Ако чувство стыдно гоню. Киме. Киме. Рука идет. Если чем сильнее киме делает, тем быстрее он соскользнет по этой блоке. То чувствуете, то брже идет доле. Окей? Зато агиуке. Куда чете овде лупить? Ту. И сюда снеп горе. Куда чете? Движение. Движение. И контратак. Одна руку внутрь. Одна рука. Горе. Рука. Это первая степень. Бани базовой техники. Стойте. Только движение. Нога. Только движение таза. Тело доле. Тело вниз. Киме. Напряжение на передней ноге. Лакат горе. Удар. Гаксуки. Тело. Рука. Седите на ногу. На ногу седите. Ногу. И взрыв. Полулук. Кирский. Ой, нога на сторону. Нога на сторону. Йоку мерике коми. Тамар. Тамар. Ой, ой, зуки. Я иду к Гягзуке. Нога на стану, блок с руком. Блок мой руку, фин. Сад е добра прилика Йокогери. Оп, и Гягзуке. Окей? Амо да пробам. Него, Гягзуке, ой, Зуке. Блок. Блок. Окей? Блок, ту. Я внутрь, блок. Ту. Нога на стану. Сад е мали дистанц. Ако е мали дистанц, нога скрус тамо. Если тело... маленькая дистанция, нога должна больше скрутиться, тело... сжаться. Там. Сжаться. Сейчас скрут... тело отвори, отворите. Оп, внутрь. Тело се уврне, и оно се отвори. Окей? Нужно скрутиться, сжаться, и потом броситься вперед. Ой, зуки, так. Гязги, блок. Ёж, но сам. Туда, раз. Ту, оп, гязги, оп. Ikamaj, jel jasno šta radimo? Hajmo nazad dve linije brzo. Ja, Taras, ti ideš u Ojzuki. Taras, Ojzuki. Ja, nazad. Nas. Ja, Jaški, Taras, blok.
Окей? Танас ту. Блок. Иди отсюда. Окей? Хамай. Хамай. Танас. Увек хамай ту. Нет мир. Окей? Еще раз. Видите, добро. Смотрите внимательно. Окей. Читав ритуал. Это малый ритуал. Маленький ритуал. Ту. Ос. Еще раз. Еще раз доле. Доле. Оп. Пинь. Гледай, Танас. Sad je pitanje ličnosti, totalne ličnosti. Kamar, agresivan tip. Ok, ja isto agresivan. Škorpija. Taras? Andrej, Andrej. Tjeljet, tjeljet. Mu. U, super. Ovojca ovdje, bum, hospital, tam. Ja mudar, duman. Taras kamae, ok, Taras. I čekam, ok? Taras oizuki. Blok nazad, blok. Jako zuki, unutra. Taras unutra, jako vidi, blok. Čekaj, Taras. Ponovo, gore, Taras jak zuki. I kamae, kamae tu. Uvijek kamae tu. I sada mirno. Je li jasno što radimo? Ok, gore. Dva, dva. Mirno. Postoje dva načina. Prvi, polako, nogu nazad. Dva. Telo, pogledajte. Naga plavno. Stara je ovdje. Savčenko je video Oishija iz Japana, sad u San Diego. On je ekspert, broj jedan za oizuki na svetu, na miru. On radi drugčije, on malo drugačije. Ovo je hara. On polako nogu gura nazad. Hara je sada napred. Telo je i samo hop, napred. Kao luk. Hara остается стоять, нога убирается и хара сама, сама автоматически смещается. Ovo je hara ovdje, projekcija centra. Проекция хара. Плавное убирание ноги и хара смещается. Мину. Раз, раз, раз. А хара остается уже заметен. Сада, когда хара напит. Тело пани на нос. Топнул. Что это одна могучность? Это один вариант. То, когда под равен, фин под. Это когда ровный, аккуратный пол. Мину. Не сме да види да се глава помера. Тишненько, тишненько. Так, 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 так. И мотри. Там! Готово. То е една могучност. Друга могучност. Другой вариант. Тело мирно. Гурнете. Наклоняете. Погледайте како су моје ноги. Сега нога слободна. Наклони в колено вперед, вниз. Оп. И ви перешли во изуки. Гурнете тело, ногу. Ово е сада јака тачка. Дали опнута. Су две могучности. Два. Нема треће. Два варианта уитки. Нема треће. Третјего нету. Је ли јасно? Покушајте полако. Покушајте да направите ово. Гурнете, одвучете, тело прямо. Тело прямо. Прямо. Ок? Црни појасеви, другу варијанту. Мирно. Мирно, мирно. Кад је дошла хара напред. А како ви чувствуете, што хара сейчас, сейчас, сейчас упадет? Взрыв, оп. Ок? Мали покети руке. Но он не види моју ногу сад. Мали покети. Мали покети руке. Вы поняли, почему открытая рука, а не сжатый кулак? Ако е стегнута песница, автоматски е информација. Ако е отворена песница, ако е отворена, вот так. Когда кулак сжат, это уже автоматическая информация, что вас будут бить. И мирно. Рука раскрытая, еще не ясно, вас будут бить и или гладить. Очи. И перед глазами делается маленький круг. Малый маленький, маленький круг.